Тили-тили-ти-тили-ли-тили-ли-ли. У нас впереди тренерский курс. Впервые в жизни мы по инфодайвингу будем давать тренерский курс по программе, по блоку «Вижу насквозь». И ты знаешь, я просто видела программы тренерских курсов, когда была организатором, разные же люди были, готовили тренеров, разные варианты. Как правило, присутствовал тайминг, где человеку расписывалось, ты должен дать это, ты должен дать это, ты должен дать это. Это объясняется так, это проживается так, это в такое время, это в такое. То есть, по сути дела, тренерский курс превращался в сбор денег с инструкцией для обезьяны. Но это невозможно в инфодайвинге, вы понимаете? Если человек дошел до уровня развития, когда он собирается преподавать инфодайвинг другим людям, то он уже не обезьяна. То он уже не обезьяна, и он не может копировать. Это значит, человек проживает свои собственные озарения, свои собственные осознания, и тут же возникает иллюзия, ну тогда это мой собственный материал, и я буду это давать от себя как собственный материал. Это у развитого сознания. У недоразвитого сознания возникает желание. Ну, это же тоже мое, заплаченное, поэтому я сюда напихаю психологии, и тогда эзотерики. я смогу иметь больше клиентов из психологии и эзотерики, потому что будет больше денег. И тот, и другой путь ошибочен. И мы дадим это дело прочувствовать и увидеть на тренерском курсе, что это глубочайшая ошибка, которая приведет к потере денег. Мы сейчас говорим не потерю денег за инфодайвинг, мы говорим вообще потерю денег, даже если там не будет стоять слово инфодайвинг. Вообще потеря денег. Потеря денег в жизни, да. То есть это про моменты, дорога когда никуда. Человек лжет сам себе, искажает, хитрит, и поэтому он становится котом Базилио, и поэтому в какой-то момент это будет провал. И задача тренерского курса – это не дать вам тайминг и сделать варианты копирования. Нет. Задача тренерского курса помочь вам стать целостной, проявленной, самоосознающейся личности. То есть, когда не сознание в теле, а когда тело в сознании. То есть, выйти за рамки себя и осознать, все, что касается первого блока, это эмоциональный фон, это и Бог, это ответственность, это разное состояние сознания. Это все прожить и увидеть одномоментно на курсе с одной стороны, а с другой стороны увидеть искажения. Искажения кажется много, и вот благодаря этим искажениям можно создать учеников, которые придут к вам на консультации, которые будут с вами работать, но это будет осознанная работа с собой. И вдруг исчезает Ирина и Наташа. Слово «инфодайинг» превращается в слово «я», «познаю себя», и все. И человек работает и живет. И он живет счастливо. По сути своей… И нет копирования. Да. И просто создание. Все становится искренним, чистым и открытым. То есть «я» – это и есть искренность. И мы видим и радуемся за это искреннее «я», которое… смогло сделать шаг и проявиться. А искренность – это о здоровье. Да. И поэтому вот как раз тренерский блок, он подразумевает сбор себя по всем вот этим базовым программам, по пяти программам. В 3 дня мы их вложим. И начнем мы со здорового восприятия. Именно восприятие себя, сборки себя – и сборки своего бизнеса. Потому что ребята уходят в свой бизнес. Но опять-таки тут всплывут и взаимоотношения с деньгами, с семьями совсем. Ну так это же было в программе. Ребята, все было. Все просто вычешем одним на другой уровень, одним махом. А на другой уровень переведем. И идите в здоровую целостную жизнь. Преподавайте на здоровье. Но от консультации вы никуда не сбежите. От парной работы вы никуда не сбежите. Но вы будете видеть необходимость в этом, а не то, что вас кто-то заставляет или двигает вами. Спасибо, Боже. Сейчас уже, смотря на пройденный путь, понимаешь, насколько не было ничего, ни одного шага лишним. Все ошибки, которые, если они вот были, то они были только лишь как опыт.
И все абсолютно, все было в искренности, мы двигались, двигались, и мы сейчас очень хорошо это осознаем с Наташей. На самом деле это вот отправная точка, это как бы точка, завершающая блок «Вижу насквозь», да, тренерский, и начало-начал. На самом деле, но... Начало следующего блока. Да, да, да. Но это и расширение сознания. Мы уже даже не будем говорить о сознании в теле. Мы будем говорить о теле в сознании, которое... Сознание создает это тело, сознание создает декорации, сознание создает... Ну, в зависимости от расширения, то и создает. То есть вот это уже движение дальше. И там тоже будут программы, точно так же мы их уплотним, как мы уплотнили «Вижу насквозь», точно так же все тайминги, все остальное вы придумайте себе, какое хотите сами. Но это будет работа через искренность и через себя. И это будет работа без психологии. Это будет чистый инфодайинг. Вот единственное условие, которое мы говорили, говорим и будем говорить, это то, что когда вы начинаете из жадности тянуть клиентов и приляпывать психологию с расчетом, что вам поможет гештальт, или вам поможет психоанализ, или вам поможет еще что-то в работе с клиентом, то вы начинаете обманывать. И вот на тренерском курсе у вас будет возможность прочувствовать, как этот обман моментально поставит вас раком и отымеет вас. Вот конкретно, когда вас... Вот просто вот эту точку создания объективного, которая вас отымеет, мы эту точку на тренерском курсе дадим прожить вот просто всем телом. Она очевидна просто. Она очевидна становится. Это вот просто очевидно. И тогда перед тем, как сотворить глупость какую-то, создав объективную реальность, вы подумаете, в каком неглиже вы предстанете перед собой, что вы получите взамен, вы будете это знать заранее, и тогда зачем вам наступать на грабли, если вы знаете, что это грабли. Ну, оно уже очевидно, да? То есть, когда ты ученик, когда ты просто развиваешься, то ты многие граблей не видишь, и тебе кажется, я самый хитрый, я самый ловкий, я самый умный, я самый-самый-самый. Но когда ты тренер, ты должен видеть грабли, потому что ты будешь учить людей их обходить и видеть. И вот эти вот все такие конструкции, которые очень быстро формируют реальность, и очень быстро человек получает их, как только он начинает лгать, жадничать, когда он не хочет разбираться с собой, когда он выносит ответственность на объективное, все моментально вылазит наружу. Мы просто это очень быстро покажем. Ну, как быстро? Не быстро, мы это покажем, дадим прочувствовать, прожить, и каждый потом сможет сам решать, как он будет выстраивать свою жизнь. Для кого-то придется 5 раз на грабли наступить. Ну, во всяком случае, наступая, он уже будет понимать, это грабли, я же мог их чувствовать. Уже будет даже чувствовать этот удар граблями. И понимать, это мои грабли, я и благодарен им, что они у меня есть. Все ж не святые, все точно так же проходили по граблям, пока научились их видеть. Вот тренерский курс для этого. То есть это еще одна точка смещения восприятия, когда мы четко видим, что мы создаем. И создаем мы это осознанно. То есть мы еще убираем грани автомата, которые просто выключаем, чтобы развиваться, чтобы двигаться. Ну и тренерский курс все-таки, он такой подводящий итоги. По сути дела, мы за эти 3 дня формируем бизнес у человека в его сознании и запускаем его. По сути своей, мы формируем жизнь. Жизнь человека, деле, новую жизнь человека. Новую, да. Вот. И уже людям, которые прошли тренерский курс плюс полный блок программы «Вижу насквозь», но оно и очевидно. Сперва ты берешь материал, который ты будешь преподавать, потом ты меняешь восприятие так, чтобы ты мог преподавать, и потом ты получаешь методичку полную и за тренерский курс, и за весь материал, и ты получаешь сертификат. И это будут первые люди, которые получили наш сертификат и имеют право официальной работы. Они появятся на Сабришине. По мере их готовности они сами будут себе открывать кабинет, регистрироваться, все сами. Если где-то нужна будет техподдержка, они ее знают, как найти. Вот. И они начинают работать. Все, никаких вопросов нет. И все. И в этот момент, как только эти люди начинают работать и начинают это все преподавать, те, кто
работал в этой области без нашего сертификата, они опускаются в раздел психология. Ну, так будет правильно. То есть там, где нет... Так не будет искажения, на самом деле. Так не будет искажения, да. А на самом деле для нас очень важно, чтобы все-таки искажения не было, потому что любое искажение – это о болезни. Угу. Мы о здоровой, искренней жизни, то есть о жизни, новой жизни. Вот при так. этом мы систематизируем и наводим порядок полностью во всех, в определениях инфодайинга, во всем. То есть мы формируем новое научное направление. Оно будет научным со временем. Через какое-то время. Раньше мы говорили, через 100 лет. Теперь мы понимаем, нет, все уже, будет да. еще при нашей жизни, ребята. Так быстро от нас не избавитесь. Все будет быстро. И параллельно готовим новый материал. Скоро на сайте PopBuy появится новый раздел. Он будет называться «Термины и определения». Ну, может быть, по-другому, если мы какую-нибудь шутку запулим к тому времени. И там мы выложим и будем дополнять этот лист постоянно. Это будет одна страница, которая будет постоянно обновляться, пока не превратится в огромный кусок книги. Либо брошюры, которая может быть издана отдельно. Да? Там мы дадим определение в сравнении инфодайвинга и Википедии. Ну, общепринятого инфодайинга. Просто определение. Знаете, для чего? Для того, чтобы навести порядок в терминологии. Вот вы уже видели, наверное, наши ролики на ТикТоке или там в Ютубе, ВКонтакте. Да, отдельный канал «Инфодайинг Ньюс» в Телеграме. Вот это для тех, у кого нет ТикТока. То есть в России ТикТок и Инстаграм не работают, поэтому мы специально завели канал в ТикТоке, ой, в Телеграме. И в Телеграме выкладываем все эти ролики наши с новыми определениями. И дальше их будет еще больше, и они будут еще смешнее. Мы записали пока только маленькую-маленькую часть. Но этих определений будет много. По сути дела, все психологические термины, которые встречались в инфодайинге или касались каким-то на бреющем полете крылом, обязательно будут разложены и даны там. Полностью разложены. То есть даже не такие короткие, как идут на видео, а более подробно. Для чего? Для того, чтобы убрать сумбур и ложь из психологии. Потому что там у каждого направления свое высшее «я». У кого-то есть душа, у кого-то нет. У кого-то есть разум, у кого-то он высший, у кого-то он низший, у кого-то еще что-то. То есть навести просто порядок. И показать, как это реально в психике. Работает. Хотите, верьте, хотите, нет, но работает оно именно там. Так, мы оттуда брали. А с годами вы сами к этому придете, и постепенно, вот опираясь на терминологию инфодайинга, можно будет навести порядок. Это, знаете, как к грязной машине подошел, начинаешь мыть. Сперва моешь, 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 грязь стекает. Потом это... хлоп, и вода потекла чистая. А потом смотришь, машина чистой стала. Это как навести порядок в мозге. Все нейронные связи наладить, отладить. Не, потому что есть определение, когда вот читаешь, и читаешь бред. Вот конкретно бред. И ты понимаешь, ну этот бред люди вставляют в научные работы, в какие-то труды, еще что-то. Кто-то еще имена добавляет. Вот так говорил Густав Юнг, вот так вот этот, вот так этот. Ну, а там бред. Появляющийся уже, да. И о сути нет. Это просто... А на это опираются, и научные труды опираются, и так далее. Это вообще, конечно, жестко. Жестко, но это есть. Ну, пора наводить порядок. Во всяком случае, у нас с тобой работы. Я просто вот с утра до вечера молочу, 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 молочу. Ты подъезжаешь снова, молотим, молотим, молотим. А она не перемалывается, ее все больше и больше становится. То есть мы растем, растем, растем. Это же об этом. Это об этом. Сеточка все больше и больше. Это об этом. Об интересе. Интерес растет, растет, растет. И ты понимаешь, как это все происходит. И это круто, это интересно. И да. Это только начало, начало жизни, новой жизни. Здоровой жизни, красивой, счастливой жизни. Искренней жизни. И скоро выйдет следующая книга. Она уже наполовину вычитана.
будет. Это бомбическая книга, на самом деле. Это там том. 600 страниц. 600 страниц без картинок уже. Представляете, ребята? Я сама иногда прифигеваю, даже думаю, наверное, какие-то главы надо перебросить вот в следующий. Ну, ты знаешь, там работает какая штука. Я сама, когда вот до меня дошел вот этот момент в книжке, я сидела ржала, ведь это не специально. Но уже когда ты ее там прочел много, вдруг осознается этот момент. Книга начинается за здравие, да. Так просто-просто. Первые 60 страниц на одном дыхании. Ох! И когда ты ее покупаешь, тебе кажется, она вся будет такой. А дальше? А потом наступает часть вторая. Ребята, вот вы до сюда дошли, теперь подумайте, может начать сначала. Перед тем, как прийти сюда. И это весело на самом деле, потому что там написаны такие вещи, там идет прямое уже о создании, об иллюзиях, обо всем. Но тут половины тебе не хватает. Тебе кажется, вот я сейчас, оп, я сейчас волшебной палочкой махну, как Гарри Поттер. А понимаешь, а извилин не хватает. Одних маханий мало. Просто махание не сработает. Надо немножко мыслительный процесс в голове поменять. Надо уже, чтобы точка сборки восприятия ездила легко туда-сюда. Хочу так воспринимаю мир, хочу так. В зависимости от того, я из надсознания зашел или из подсознания. Если я зашел из подсознания, то один результат. Если из надсознания, то никакого результата. И вот, и это, конечно, весело. Это весело, потому что это все управление своими психическими состояниями. И я просто обалдею. Это настолько интересный материал, это настолько интересное, увлекательное путешествие в себя. 6-й год идем, а все накайфоваться не можем. Действительно невероятное и волшебное состояние. Вот оно, вот они волшебники. Все это мы волшебники все, на самом деле. Просто... Много волшебников заснуло. Клеточек. Да. Пора просыпаться, народ. Пора. Мы не овны. Мы боги. Мы искорки. Искорки. Искренние, да. И не по образу и подобию, а именно включающие себя все. Мы целостные. Целостные. Мы целостные боги, которые просто спят. И когда мы просыпаемся, земля богов становится белой землей. Божественной землей. Белой Русью. До встречи в следующем эфире. До встречи.